Привет-привет. Мне тут надо передвинуть свои орхи, потому что у нас небольшая проблемка, нас подтопило. В общем, муж попросил убрать, чтобы все обработать, и как раз засниму видео о этом кусочке цветов, которые здесь стоят. Так, это мой мучительный, я бы сказала, боже мой, вылетело из головы. Цимбидиум. Чего мучительно? Он перенес конкретный стресс, но между тем, видите, у него идет новый рост. Молодые росты также растут. И у него, смотрите, кто. Кошмар. Я в шоке. Зараза, какая, секунду. Так, в общем-то, я ее сняла, убрала. Не, ну это надо было, вы понимаете, какое дело. В общем, надо идти срочно в подвал за каким-то удобрением, ой, за каким-то убивательным средством от улиток. Вот это номер. Это у меня вчера дочка поливала его с пипетки, и, в общем, видите, на влагу вылезли улитки. Я удивлена, откуда ты тут вообще появилась. Так, ну ладно. Цимб, я надеюсь, вот пойдет на улицу по весне. Осталось чуть-чуть, новые росты у него растут. Я надеюсь, что в этом году он зацветет. Так, возлагаем на него большие надежды. Дальше. Это моя тенифолия. У нее все хорошо, новые росты растут. Она процвела. Все у нее было хорошо. Отодвигаем ее тоже. Дикий кот мой. Боже, страдающее растение, которое, я думаю, что оно у меня умрет второй раз, но нет. Он выпустил новый лист, очухивается, восстанавливает свой тургор листьев. Надеюсь, что что-то с него будет. Дальше. Ой. Мою громадину дети уронили, разорвали ей листы. Я немножко расстроилась, но не сильно. Потому что сейчас вылезет новый лист, все перекроет. Корней у него тьма. Поставила горшок наперевес, чтобы дети его не прокидывали больше. Хотя это я его уже на пол поставила, потому что он падал. Так, гигантея моя. Красотка. Уже цветочки тусклые, бледные, потому что отцветают. Листики гигантские просто. Цветы уже все. Можно убирать. Этот еще ничего такой хорош. Так, вот тут этот цветок уберем. Эти три остаются. Да, зимой она решила меня порадовать вот своими цветами. Дальше. У нас идут Леодора, там стоит наша. Ох, как я расстроилась насчет улитки. Она уже уползает, зараза, смотрите. Ползет. Леодора. У Леодора все хорошо. Цветочки очень хорошо держатся. Горшочек посмотрим тоже. С корнюшками у нее все отлично. Корней много. Корни везде. И это хорошо. Так, маска обезьяны у меня немножко приняла не очень эстетический вид, потому что наш кот решил ее подгрызть. Я немного расстроилась. Вот насчет этого я расстроилась, потому что я от нее вообще в полном восторге. У нее идут молодые росты. Их очень много. Растет. Пышная, красивая. Так, отодвигаем ее в сторонку. И у меня проблемка
с вот этой вот орхой. Я понимаю, это мне Марина передавала. Это девочка-дракона, драконья девочка. И, в общем, я не знаю, что у нее. Но у нее с шеей беда. Вот тут вот пожелтел лист. И я боюсь его трогать, потому что такое чувство, что если я его сейчас колпну, оно все развалится. Но можно снять вот эту чешуйку. Что мы сейчас и сделаем. Так, что мы имеем? Мы имеем шею. С одной стороны, все более или менее терпимо. Ну, а там вот что-то непонятное. В общем, мы его подъем, посмотрим, что будет. Нет, значит, будем ждать детку. Нет, будем ждать что-нибудь еще хуже. Но я думаю, что, возможно, все будет хорошо. Потому что вот это вот цветение этой орхи я хотела видеть. Прям хотела бы видеть. Но обстоятельства как-то нам не улыбаются. Так, ну что у нас из положительного? Знаете что? Положительный результат у нас. Так, проснулась Фред Кларкиата. Новый рост пошел у нее. Я ее полила, потому что она после зимы очень сильно усохла. Вот видно на этой бульбе. Где наш фокус? Вот сейчас она поднапилась, налилась, немножко начала выпрямляться. Желтый Пиноккио свою маленькую эту розеточку, с которой он пришел, он так и не растит. Не знаю почему. Так в целом он себя чувствует хорошо. Процвел он уже двумя цветочками. Сейчас наращивает третий бутон. Красавчик. Насчет Пиноккио. Пиноккио уже растет с трех цветоносов. Цветет у нас. Сейчас один цветочек пока что. Но цветет он по три, по пять было, но по шесть еще не было никогда. На вот этой вот у нас самой длинной веточки его, получается, уже 25 целых цветов было. Там он в своих дебрях растит молодую розеточку. Вот она, малышка. Думаю, все будет хорошо. Башмак американский стоит. У него все как и было. Лудизия растит много новых отростков. Пересаживать я ее почему-то не хочу больше, надоело. Ну и фаленопсисы практически все цветут. Ничего особо нового нету. Также сейчас расцвел Джаспер. Ну, говорю, что весной вообще он бледный какой-то, мне кажется. Хотя камера вот передает его точный цвет, не знаю. Кому бледный, кому нет, но мне кажется, что бледный. Два цветочка тут. Также отсыхали, цветочки сухие были, потому что отопление то включали, то выключали. Растет. Также психопсисы цвели. Сейчас заново дуют все свои почечки, цветоносики, бульбочки. Растут новые бульбочки. В общем, все чувствуют, что весна рядышком. Ну что, вот такое вот коротенькое видео. Пойду теперь я за какой-нибудь отравой для моих нежданных улиток и буду их травить. Ну все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Буду заканчивать. Всем пока.